Медведев вот зачитал телеграмму Сталина с фразой «Прошу не выводить правительство из терпения. Предупреждаю последний раз». И это он сделал на совещании по военно-промышленному комплексу Российской Федерации. Вот правильно и слова Сталина, и методы Сталина, и жизнь хуже, чем при сталинском режиме. Ну и вообще же Путин же не скрывает, и вся его вот эта вот вся его вот эта шайка, что они восстанавливают Советский Союз. В самых худших его проявлениях, в самых ужасных. И отсюда, конечно, прежде всего отсюда, это злость на Украину, злость на государства, которые не хотят, которые хотят идти вперед, которые хотят идти в Европу, которые хотят идти в союзы, не в советские, в европейские, которые хотят развиваться нормально. Злость на это. Злость, потому что ощущение, что, знаете, старый властный импотент с огромным количеством комплексов пытается вернуть себе молодость. Обкладывает себя, ну, не то чтобы девственницей, но какие есть, типа Мизулины младшие. И пытается вернуть себе окружение своему. Советский Союз, пломбир, речь Сталина, кругом зэки с подворотни. Как-то так. А кругом инвалиды, потому что война закончилась, и вот, вот они ходят, называются самовары, без рук, без ног. Он как-то вот восстанавливает себе свою раннюю молодость. И ужас, страх, репрессии. Не знаю. И, видимо, в этом как бы макрокосмоса его собственного. Может быть так. Если учесть, как прилипла к нему вот эта вот фраза обзывательства «деды за городами, за гаражами», намертво же прилипла, намертво. И так ему подходит, так замечательно совершенно ему идет. И мыслит он, как дед за гаражами. И он смешон, как дед за гаражами. И он невыносим, как дед за гаражами. Я уверена, что пахнет от него, как от деда за гаражами. Кажется, с телевизора просто от него пахнет дедом за гаражами. Жаль только, что у него ядерная кнопка есть.